Всем привет! Вышла на улицу. У нас сегодня вот еще такой красивый день, шикарная погода, но уже ветрено. Тюльпаны раскрываются, слива доцветает. Вот такое небо. Но обещают, что завтра уже погода будет портиться. Не знаю, посмотрим. Но сейчас вот солнечно, но ветрено. Мы, конечно же, все еще на карантине. Вот уже опять снова 5-6 дней никуда не выходила. Ну, кроме вот как сада. Хорошо, что есть. Хоть маленький, но есть куда выйти. И хочу вам показать. Приходят посылочки, которую я заказала уже очень-очень давно. Вот, например, мне пришла посылочка, заказывала себе новую хуще, как это, обложку, да, на телефон. И вот все, что приходит, оставляю на улице на сутки, как минимум. Вот, ну, сейчас я уже распечатала, сняла тут этот пакет и защищающую такую обложку. Вот купила себе вот такую с кольцом обложечку на телефон. Ну и так вот все посылочки оставляем на улице в начале, вот на солнышке, чтобы полежало. Чтобы, конечно, хоть как-то защититься, говорят, что ну, на свежем воздухе, а еще и на солнце, что он быстрее погибает, если здесь есть этот коронавирус. Забор все еще не поставлен, открыто. А у нас там киви и виноград. Но скоро будут это все убирать. Уже все оговорили. Будет в понедельник приходить человек, который будет составлять, ну как это, чек-лист делать, да? И будет у нас новый забор. Но у нас тут вот проблема, мы хотим бетонные столбы. А здесь вот не получается с креплением. В общем, посмотрим. Ну вот два пролета новых должно быть. Хочется, чтобы они были тоже вот такие, видите, полукруглые. Но, скорее всего, не получится. И будут ровные. Ну, посмотрим. Покажу вам, когда сделаем. Разговариваю негромко, потому что сосед работает в саду. Ну, как-то не очень красиво громко разговаривать. Еще раз покажу вам цветочки. Вчера разговаривала с тетей, и она говорит, я ей посылала еще недели 3 назад, что какие у нас уже были ирисы высокие, вон они там, видите, и какие листья. А она тут недавно была на своей даче и говорит, боже мой, я почему-то тогда так не обратила внимания. Говорит, я все же думала, у вас холоднее. Она, говорит, съездила на дачу, она говорит, а у меня там ирисы, ну, может, сантиметров 15. И тюльпаны тоже еще нет никаких бутончиков. Да, а у нас в этом году зимы так вообще не было. Так что вижу, вот там у соседа, кстати, есть цветок. Ой, вот большие листья, видите? Он вообще всю эту зиму на улице простоял. Обычно они его заносят вовнутрь. На розах, посмотрите, какие листья. И сирень уже выбросила. Смотрите, бутончики. Но я знаю, что вот с Украиной вот в мае сравнивается уже. Уже догоняет украинская весна, скажем так, здешнюю. Но вот у нас, конечно, все это раньше начинается. Буквально, собственно, конец января, февраль уже начинает все расти, почки набухают. Это вот у них там сеточка стоит зеленая, кролик у них там сидит. И вот такой вам весенний букетик для настроения.